Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим салат с помидорами. Очень вкусный, летний и быстрый салатик. Как всегда, не забывайте ставить ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Итак, сначала берем два больших сочных помидора и нарезаем их на небольшие дольки. Ну вот, дольки примерно вот такого размера. Не слишком толстые, чтобы было удобно кушать. И перекладываем в салатницу. Далее на небольшие кубики нарезаем один свежий огурец. Затем нарезаю несколько перышек свежего зеленого лука. И теперь мелко нарезаем консервированные артишоки, а вернее сердцевину артишоков. Если у вас нет консервированных, то можно отварить самим. Артишоки прекрасно сочетаются в любых свежих салатах. Также я добавлю пальмовое сердце, которое я тоже покупаю в консервированных баночках. Нарезаю его на мелкие кубики. И полбаночки консервированной кукурузы. Для заправки смешиваю 3 столовые ложки растительного масла. Можно использовать любое. Добавляю 1 столовую ложку бальзамического уксуса, 1 чайную ложечку соли, соль, перец по вкусу, пол чайной ложечки черного молотого перца, 1 полную чайную ложечку зернистой горчицы и выдавливаю 2 зубчика чеснока. И все перемешаем. Масло должно полностью соединиться с горчицей и бальзамическим уксусом. Вместо бальзамического уксуса можно использовать сок лимона или, например, яблочный уксус. Заправка получается вот такая, как бы кремовая. Обратите внимание. Заправляем наш салатик. Все полностью тщательно перемешиваем, чтобы все ингредиенты пропитались заправкой. Даем салату настояться хотя бы минут 30, а желательно даже и 1 час, но также его можно подавать и сразу. Получается очень-очень вкусно, всем рекомендую. Готовьте с удовольствием, всем приятного аппетита. Как всегда, не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!